Всем привет, меня зовут Эдисон, и мы продолжаем играть в Майнкрафт с модом Pixelmon. В прошлом эпизоде мы наловили себе нормально таких покемонов, немножко их прокачали, немножко их эволюционировали. Вот такой покемон, как Арканайн и Бедрил. Сразу их засуну в компьютер, да. И я побывал немножко в шахте, немножко добыл себе еще априконы, вот, забыл, как они называются. И вот, сразу же сейчас поскладываю. Добыл, нашел 4 алмаза. Ну, тут разные руды. Сюда можно. Сюда, это сюда. Там уже, да. И. Так, что можно повыкидывать нафиг? Это камень, даже это можно, флинт тоже можно, бутон 2 штуки можно. А вот это пусть будет. И сразу же сделаю себе покеболы, я уже приготовил части, 46 штук, ну нормально. Так. Это все поскладываю сюда. И это тоже пока что сюда. И это тоже нафиг выкину. Гравий мне не нужен. А еще 12 штук есть. Но это потом сделаю. И сейчас это тоже запихну сюда. А хотя нет. Зачем? Если можно сделать сейчас. Я что-то и забыл про эти части, не знаю. Да. 58 ультраболов. Это классно. Так, эти все раркенди, вот это сюда. Это сюда. Я еще не успел разобраться, что куда лучше положить. Ну. Пусть будет так. И это выкинем. И все, можно идти. Так, я что-то затупил в предыдущей серии. Подумал, что Клум, следующая эволюция Venonite. Или он еще эволюционирует через трейд-машину. Но нет, он эволюционирует... Так, сначала возьмем Иви. С помощью камня листвы, дерева как бы. Сейчас в этом эпизоде я планирую пойти добыть вот этот камень. И пойти на поиски... Снорлакса, да. И беру Heavy Ball, так как он лучше ловится с этим. И идем искать, да. И считайте, я, если не ошибаюсь, у нас где-то поле в этой стороне, не знаю. Короче, пойдем искать. И я не знаю почему, ну... В смысле, нет, я хотел сказать, ну, типа... Я хотел эволюционировать нашего Иви в покемона, типа покемон листве. Ну, так как у меня не было покемона листве, то и поэтому я хотел эволюционировать Иви. Но, если сейчас у меня есть Глум, и с помощью камня листве он превратится в какого-то покемона листве, то бишь уже получается, что у меня уже будет один покемон листве, и мне второй не нужен. И лучше я своего второго Иви превращу в покемона там, в покемона, допустим, в какой там еще Иви есть. Да пусть будет покемон Иви, как это называется, твою ж... Льда, да, вот, покемон льда. Чё-то я забыл слово лед, затупил. Так,
Идем искать. Так. Идем искать. Камни листвы. Их не так уж и сложно найти. И Иви наш уже скоро прокачается, еще немножко осталось. Не знаю, 210 или 220 ему нужен. Ну, посмотрим. Так. Ищем. Нету. Так. Что-то я вообще не вижу их на деревьях. Не знаю почему. Так, ладно, пойдем искать. Дальше. Нам нужно 9 штук. И будем искать поле, чтобы найти Снорлакса, да? Ладно, пойдем. Ищем. Но пока что я ничего не вижу. Когда нужно, когда не нужно, их почти практически на каждом дереве есть. Тех.
камушков. Опять что-то заглючило. Так, статс. Ладно, отозвем тебя, вызовем Шаризарда, садимся, переключаем и летим. Вот текстура не прогружены. Ну взлетай ты, ну чё ты так глючишь? Капут. Да нет, не нужно мне на этот остров. Во, глюки, это капут. Даже текстура не грузится. Но нормально. Так, будем лететь, не знаю, сюда куда-то. Нужно найти поле. Летим, летим, летим. Да, в этом направлении, думаю, будет лучше. Так, что-то я поле не вижу. А, вот тут, да? Да, думаю, вот тут. Садимся. Да, высоко мы летели. Или не тут, или тут. Думаю, да, тут. Да, тут. Так, сначала сделаю тут waypoint. Пойду домой. Посплю, так как ночь на дворе. Это плохо. Спим. Идем искать Снорлакса. Да. Вот сюда это удаляем. И сюда тпшимся. Да. Все, бежим, бежим, бежим. Куда-то сюда. А, кстати, вот-во-во-во-во, я и этого покемона хотел словить. Такой прикольный. И Мега Драйн, Мунлайт, Слип Повдер. Пусть будет это. Еще раз. Не-не-не! Чё я нажал? Или еще раз? Да, еще раз. И сейчас пытаемся словить. И нет, не словили. Еще раз усыпляем его, если получится. И еще раз словим. Ну? Будешь... Да, вот, словили, наконец-то, нормально. И бежим дальше. Так, секундочку. Так, немножко я там перегрузился. И идем дальше. Ну, нормально, словили мы... ну, вот... этого покемона, Nidoran Female. Такой прикольный, маленький. И идем дальше, да. Кстати, можно Geodude словить, не знаю почему, так как, ну, для количества. Ну, нет, не для количества. Ну, просто тоже. Сейчас я пытаюсь, как, чем, как бы, быстрее ловить покемонов, эволюционировать их, чтобы дойти до количества 30.
И говорю, я писал, что моя цель это 30 прокачанных покемонов и один легендарный покемон. Но я не обещаю, что я найду легендарного покемона, так как это таки очень сложно. И может этого покемона словить. Это тоже такой прикольный. Хитмонли. Тоже тип файтинг. Постараюсь его словить. Не буду тратить много покеболов, ультраболов. Тоже такой прикольный покемон. Нет, не словили. Ну, еще раз попробую слить. И потом, может, еще один раз. И если нет, так нет. Не буду я мучиться ловить покемонов. Да, не хочешься, не хочет он ловиться. Ну, пусть будет этот, не знаю, что это за скилл. Так, еще раз можно. Еще раз. И пытаемся словить. Нет, так нет. Да, короче, иди ты нафиг, дружок. Хотя какой ты мне дружок, если ты не ловишься. Что ты не используешь? Ну ладно. Убили так убили. Ладно, бежим дальше. Во-во-во, кстати, джунгли это нормально, так как можно найти много, ну вот тех, как они называются. Ну вот эти камни для эволюции Глума. И ищем, короче, да. Так, что-то я не вижу вообще ни одного. Да, нету. Так. А, во-во-во-во-во-во-во. Я даже не видел как-то. Куда ты упал? Не-не-не-не-не-не, не теряйся. А, во-во-во, вижу. Нормально. Так. Ну тут... Ну фиг его знает, будет что-то, нет? Думаю, нет. Так, бежим. Или обратно, или вперед, не знаю. А, да-да-да-да-да, покушать забыл. Так, сейчас еще немножко поищу камни, вот эти камни листвы, и потом пойду в поле искать Снорлакса. Мою ж мать, это же Мью! Мать моя, женщина! Иди... Да ну нафиг, иди сюда, иди сюда, иди сюда, иди сюда, иди сюда! Мью! О боже! Ну нахрен! Мью! Мью! Я сейчас описываю от радости, серьезно. Мью! Мью! Меня слов даже нету. Да ну нафиг, Мью! Да, не зря я решил, что лучше с собой таскать мастербол. А если бы сейчас у меня не было мастербола? А ну, ультрабол. Хрен, он даже на него подействует. Да, он даже у него залазить не хочет.
А ну, Винда, так. Ни хрена себе он сильный. С двух ударов убил моего Шаризарда. О, так, короче, Мастер Бол, я не знаю, как ты действуешь, но чтобы ты его словил с первого раза. Если нет... Если нет, я не знаю, что я с тобой сделаю. Ну? Ура! Да ну нафиг, легендарный покемон Мью! У меня сейчас сердце выскочит, серьезно. У меня такие эмоции, что это капут. Мью! Да ну нафиг! Мью! Я даже не думал, что я его когда-то найду вообще. Я поэтому уже даже говорил, что, ребята, я говорил, моя цель 30 покемонов и один легендарный покемон. Но потом я уже сказал, что моя цель 30 покемонов, обычных прокачанных, но легендарный не знаю, так как это очень сложно его найти. И вот он тут, так как я говорил, в джунглях. Да ну нафиг! Это вообще везуха какая-то... Жопа. Ну, в смысле, не жопа, а очень даже круто. Это вообще капут какой-то. Мью. Мью. Мью! Капут. Да он какой сильный. Я на него накинул Шаризарда. Он его с двух ударов вырубил. С двух. Легендарный покемон. Ну, один из легендарных. Их тут четыре или сколько. Но факт в том, что Мью. У меня слов даже нету что-то сказать такое толковое, чтобы даже не матюкнуться. А то сейчас все возможно. Да ну нафиг. Да, короче, я в этой серии уже отложу поиски Снорлакса и даже отложу добычу вот тех камней листвы, так как я думаю, для этой серии уже эпика достаточно, предостаточно, даже очень много, так как мы нашли легендарного покемона Мью. Честное слово, ребят, я даже не думал, что мы найдем его. Не подумайте, я какой-то там читер или что, да я вообще не знаю, как это читерить, чтобы покемон там появился, но это вообще какая-то капут какой-то. Легендарный покемон. Да ну нафиг. Это уже, наверное, раз 10 повторил, но у меня просто слов нету. Так как мы словили Мью. Капут. Да. И, то бишь, нам уже половина цели нашей исполнена, можно так сказать, выполнена. Так как мы уже нашли легендарного покемона. И сейчас осталось 30 обычных покемонов. И все. Так, 7. Там 8. Еще один. И думаю, этот эпизод уже можно заканчивать, так как это вообще жесть. Полная. Легендарный покемон Мью. Капут. Я думаю, вы мне поверите, что я его нормально нашел бы всяких там, не знаю, с чем. Я сам себе не верю, что я его нашел, честно. Как это вот... Ну да, возможно, если он все-таки добавлен в эту игру, значит это возможно. Но чтобы я нашел его, я думал, это... Никогда я его не найду, потому что это очень редкий покемон. И сколько же я времени угробил, чтобы его найти. И нашел, и то случайно, я не знал, что он где-то там. Ну, и откуда я вообще мог знать? Я просто шел и искал, ну, эти, фигни. Ну, покемоны, какие нафиг покемоны, у меня уже язык заплетается, не знаю, что сказать. Камни, листвы, да. Капут. Это вообще жесть. Легендарный покемон Мью. Капут. Так, давай, короче, еще один камушек найду и...
И не вижу вообще никакого камушка. Ну это вообще жесть. Легендарный покемон. А вот еще один там камень есть. Вообще капут. Я не думал, что я его найду. Так. Если бы ты мне еще не мешал. Так. Да, 9 штук у нас есть. И сейчас бегу в направлении... Да, серьезно? И вот тут еще один, и вот тут еще один. Да, когда я уже нашел 9 штук, теперь будете мне на каждом шагу попадаться. Спасибо, да. Мне... Честное слово, мне даже как-то не верится, что я нашел легендарного покемона. Мью. У меня слов нету, что-то вообще сказать. Жесть. Просто эпик, такой эпик, что капут. Легендарный покемон. Да. Да, вот еще один тот камень. Да, еще один тот камень. Ну, спасибо, когда у меня их теперь уже 9 штук, теперь будет вообще на... Не знаю, где. Везде появляться. Тогда уже мне не нужно. Во капут. А, да, еще один. Ты издеваешься. Еще один. Да. Да. Вообще закон подлости. И да, я думаю, на этом можно вот тут закончить. Вот, даже вот на этом месте где-то. Сейчас поставлю тут waypoint. Любой вот. Чтобы вот тут потом сюда телепортнуться и продолжить поиски Снорлакса. Прокачать Nidoran Female, которого мы словили. И что там еще? А, не-не-не-не. И все вроде, да. Ну и прокачать Иви и радоваться нашему легендарному покемону Мью. Капут! Полностью! Сюда. Где наш Мью? Мью! А, вот, я уже что-то... Так. Слоубро. Вот зачем я его взял. Я хотел вот эту фигню сюда. И вот Мью! Это жесть. Жесть. О, капут. Нифига себе у него характеристики. Все больше 100. Жесть. Я думаю, за это вы мне поставите лайк. За то, что я нашел легендарного покемона. Мне, если честно, до сих пор не верится, что я вообще его нашел. Фу, спасибо тебе, дружок. Это вообще жесть, еще раз. Капут. Ладно, все, на этом можно заканчивать уже точно. Я уже просто нету слов что-то сказать по этому поводу. Это вообще жесть такая, что это капут. Фух. Так, всем спасибо за просмотр. И даже уже не знаю, что сказать, уже забыл слова все. Ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на мой канал. Всем удачи, с вами был вот этот новонайденный легендарный покемон Мью. Всем удачи, всем пока. Капут вообще, да.